Республиканский лагерь-выратовальник разгорнулся в Гомельском районе на базе лицея МНС. На протягу 4 дней жить в полевых условиях, спаборничать у творчих и спортивных конкурсах будут 7 команд по одной из каждого региона и города Минска. Ганна Каральчук познайомилась с удельниками. У лагеря-выратовальник принимают удел 70 юнаков и девчат в возрасте от 14 до 16 годов. На финальный этап приехали самые сгуртованные, спрытные и метанакированные представники молодежного руха МНС, которые уже стали переможцами своих областных отборов. Больше за месяц потребился им для теоретичной спортивной подрыхтовки до республиканского форума. Зараз яны чекают ярких эмоций, зараду становчей энергии и новых сябров, а так само махчимости проверить свои веды про безпеку. Я очень рада, что пытаюсь пробовать себя в каких-то новых направлениях. Я пробую себя в новых условиях, даже можно сказать. Я просто стремлюсь всегда к каким-то творческим, спортивным таким мероприятиям. Меня это очень цепляет, и я это очень люблю. Это мне по душе. И в турслетах, и как спасатель я первый раз в этом году. Программу для удельников подрыхтовали насыщенную. Команды повинны были не просто поставить палатки, але и перетворить свой городок у кермаш безпеки. Для этого спотребились плакаты, транспаранты, стужки и шарики, и навод противогазы. Але головное у конкурсе не сами колоритные атрибуты, а их сенс. То, как команды смогут совместить традиционные народные гуляния и забавы с навучанием безпеки. Данная ярмарка показывает не просто ярмарку продажи чего-то, а ярмарка именно безопасности. Ребята демонстрируют и показывают, как можно попасть на ярмарку и получить не только какие-то вкусные продукты, сладости, а именно знания по безопасности. И здесь мы видим площадки, где кто приходит на ярмарку, может узнать, как же правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации, как правильно вызывать спасателей. Остальные конкурсы так само обещают быть цікавыми. Те смогут команды распалить вогнище с допомогой трех запалок и одного листа паперы. Те окажут девчонки допомогу потерпелому усяго за 15 хвилин. Кто из удельников самый трапный стрелок? Выники у всех споборництв будут ведомые 18 липеня. Ганна Каральчук, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».